А тебе сколько у тебя осколков уже? 31. Повелитель, значит, в первую очередь ебаните, а то ли сейчас уешь начнут. Вот уже начала. С этих не сосется, интересно. Должно сосаться. Специалисты по сосанию, блядь. Профессор. 1566. Это тех сосологии. Ну ёбаная ты тетя, блядь, как ты постарела, блядь. Что ли, ёб... Нет. После Валитрии ему что, можно пойти спать? Чего? После Валитрии что будем делать? Лану бить. Сендра, Лана. Пошли на Сендру. Да. Что? Да, это... Меня не подняли, решил встать, короче. Ой. А там бои, класс вообще, да? А там бои. А там е-бой. Гении какие-то играют. Да, ладно, похуй. Бой. Next door. Бой. Бой next door. Read it, boy. О, ебать, в Долоране. Узник ебан. Узник Долорана, блин. Да заебало, чё за хуйня меня проткнула, ёбан. Ну хотя бы не узник РБК. Так, это... А у меня это, короче, проблем с зарядкой была. Так зарядку чё утром делаешь. Про РБК ни слова. Про РБК? А про какие, про новые или старые? Про все. Скажите, короче, когда заходить. Заходи. Типа прикольнулся. Еще бой. Теперь заходи. Вот, блядь, история зайдет, и я зайду. Ну все, типа. Про мальчика, кто кричал волки-волки. Сейчас боя нету, нахуй. Сука, и не проверить никак. Давайте суманем их. Давай. Проверяю на мужика.
Не надо на мужика проверять, блин. Че, они правда? Заходите. Я? Не наебали? Да мы убили, блядь, стрим же есть здесь. Ты чё, блядь? Ничего. Не посмотрел. Я не смотрю вообще. У всех два монитора, здесь, кстати. Я понял, блядь. Ну, у каждого тут, блядь, два монитора. Так игру свернуть я... можно, блядь. Я через телефон сижу в Дискорде. Понял, блядь. Я играю в игру и на стриме тоже игру смотрю. Конечно. У меня есть, конечно, второй комплект. Все нормальные люди так делают, блядь. Я в Вовку через телефон играю. Да я вообще без монитора играю, как вам такое, блядь. На онлайн видно. Ну вот. Я в Вовку на планшете раньше ебашил. Блядь, будет кто-то тыкать на сумон, нет? Планшет. Все тыкают. Пиздец, они в кан, наверное, да? И все мимо. Куда тыкать? Куда-нибудь. Главное не в пространство. Кто летает в портал? Ну, синтек, пшектор. И синтек. Синтек, пшектор. И синтек, походу. Так, я ну, тогда синтек. Я синтек у World Шектор. Или не. А, не, подожди, Эйя Шектору. А World Эйя он фаер. Разобись. Мы про МКС, если кто не понял. Да, ебать. Да, да. Ебать, сколько сов. Там всякие экзатли да обзавидуются, нахуй. Кто экзамены? Экзальти, да? Экзальти. Или кто там, блядь, какие там гильдии есть? Гильдия какая-то топовая. Уже никто. Всё. Блядь, блядь. Песа и Ровист. И Андроид. И Андроид. Песа. Тут не? Похуй, пошли, начинаем. 5, 4, 3, 2, 1, go. Сука, я понял, куда вы улетали, когда вас просили посумонить. Это вы, сука, эти дирижабли ебаные покупали, блять, бумажные, нахуй. Вот-вот, ты меньше бы реагировал, а? Да, Силлер, тебя раскрыли. По-любому, блять. Да можно просто надо сумочки купить нормальные и все. Какие нормальные, блять? На 20 слотов. На 24 слота. Луи Виттон. Нахуя, на 8 слотов, чтобы точно тебе не закинули. Мне порталы, блядь. А то у него там плюс 2 айтема, все. Рюкзак полный. У меня вообще топовые сумки вон на 22 слота, блядь. О, вижу дырку. Такую еще дырку, блядь. И там, блядь, не соли, блядь. А чё, на... Это, самолетные носки. 26-слотную. 26-слотную, 26-слотную дырку? Сумки. Вот это синтек нашел. Я это синтек жестко. Нет, в смысле, есть такая сумка 26-слотная. Слотная, я понял. Блядь. Слотовая, ёпта, налево, чёрт. Слотовая, бля, в натуре. Да я не русский просто, я это... Я понял, блядь. Украинский, не надень. Слышно всё, блядь. Цыган в рейде. Румынец, нахуй. Румынский разведчик. Молдаванский. Дорогая. Блять, у меня ППшка не вынесена. Сука. Хуя танцовый, нахуй, Старфолса меня замотали всех. В туре, блин. Ну, на начальника попал, который бойко вербовал. И за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. Кто дальше помнит? Материться не хочу. Сказал он, Войд, ты тебя раз. Ай, блядь, синтек, эх. Нахуй. Простите, нахуй. Ну ладно.
Звездопад. Это знаешь, как ульта, нахуй, Sailor Moon, блядь. Лунная призма, дай мне силу, блядь. Это такая же хуйня. Звездопад, дай мне силу. Вот видишь, луна. Я знаю, что ты такое смотрел, конечно, максимально. Да кахули, все смотрели в детстве по-любому эту хуйню. Все пацаны причем. Конечно. Пацаны. Вам что, нужно объяснять, по какой причине или что? Объяснять по какой? Ну-ка объясни нахуй. Ты того должен понимать. Не, ну это в какие годы были, сейчас я вспомню. Ну это 2000-й, где-то 99-й там, блядь. Это пиздец, это было. Куда нельзя было журналы достать? Какие журналы, блядь? Еще были рыцари зодиака. Вот это я не помню. Кто рыцарь зодиака? О, вот это я смотрел. А как раз в то же время, когда Sailor Moon был. Ты и Куба Винкс, блядь, не конфликтся. Он ПС и Клуб Винкс. Не, это уже сейчас... Чародейки не конфликтся. Чародейки, да, чародейки. Хуйня. Чародейки, вот это имба. Ну, я такую хуйню не смотрел. А еще зачарованный. Клуб Винкс позже был. А еще, блядь, Зена Королева Воинов, давайте. О, вот это нормально тебе. Зена хуйня на самом деле. А вот Геракл заебись. А еще Найтман. Еще Найтман, Найтман еще. Кто знает, кто такой Найтман? Ну-ка. Не знаю, мне Скуби-Ду очень нравится. Это то есть негр? Найтман, Найтман, ёбаный, заебал. А, хуёк, понятно. Найтсталкер? Кто, блядь? Я же давно смотрю. Найтман, ёбаный. Не смотрел никто? Не говорите, слово приятно. Ночной... Ой, блядь, давай заканчивай, нахуй. Ночной мужик, нахуй. Там, короче, блядь, реально такая пачка. Там пиздец, первая серия топовая, прям угорал. Слишком смешно. Короче, там американцы какую-то разработку сделали, ну какой-то супер бронежилет, блядь. Ну и все, челик его одевает, там, ну и типа заебись, пули не попадают, ну, не, ну отлетают от него. Не попадают. Хорош, да? И потом... Плохая разработка. И потом, прикинь, он еще такой негр ему объясняет, блядь, говорит, ебать, говорит, тут такая, говорит, хуйня, новая разработка, говорит, антигравитационный пояс, прикинь, ну просто пояс, ебать, он просто его одевает. СТТГ чисто, да? И просто, и прикинь, он летает, нахуй, прикинь. И плащ, короче, у него, как же назывался плащ-то, блядь? Ну, ну типа невидимка, нахуй, как, ну такой стелс, стелс, вот, технология стелс в натуре. Ну, СВК 25-ки. Да. Вот. А еще у него наебали, ну, маска была такая наполовину лица, и там глаз, короче, красный был. Как у Супермена, сука, отмечаю. Такой же лазер выдавал. Вот, и эту всю хуйню, прикинь, всю эту хуйню. Челик летает, блядь. Пули непробиваемый, блядь. Плащ невидимка, нахуй. И он, короче, пиздец там правосудие наводил, нахуй. Вот это топовый сериал был. Вот обычно такая хуйня мне снится. А еще знаешь что? А еще знаешь что? В самом начале, в первой серии, он, короче, ехал в трамвае. И, короче, в трамвае уебала молния, нахуй. И прям в него, короче. И у него открылась суперспособность, нахуй. Он стал слышать мысли... Блять. Мысли плохих. Тише, нахуй. Шектор, не лутай больше, пожалуйста. Ну, хотя бы один стак, и все. А где ты? А все, захилили все. Уже. Он, а, стал, захилил, он стал слышать мысли плохих людей. И прикинь, тут же прям в трамвае он увидел, как челик подложил бомбу под сиденье. Типа как Мел Гибсон, короче. И он, короче, эту бомбу... Вот прикинь, он плач. И он эту бомбу находит. Вот он паспорт. И он, короче, вот у него вот эта способность совместить с, ну, с этим костюмом, типа, он ебать выдавал там. Блять, ну злодеев слышит прям мысли плохие, пиздец. И прям ебать, и не пули непробиваемые, блять, ебать там сериал. А блядь. Чё, Лану он или коту Синдру? Палец крутой. Синдру, Лану, наебал. Его Ванька заберет этот палец. Так мы два Сурфа убили, вы уверены, что мы, блядь, убьем Лану? У нас, блядь, там секунда до Берсы была. Ну, здесь так же будет. Кату, ага, история заберет. Или кто там? А, нет, вообще. Блин, я же мультик уже. Играешь эдэшником, блядь. Переоделся в нормального человека. Переобулся. Отойду на минут 5, позвонить надо. Угу. Сразу ДПС минимальный возрос. Да. Нихуя, там вообще Биг Дэм полутал, прикиньте. Понимаю. Не понимаю. Наверное, уклонений не хватает, вот ловко собирать. Нет, там РПБ до хрена, плюс дырка есть. Плюс крит. Это без товара. У меня такое же колесо, только с обычки. Хорошо, когда дырка есть. А. Ну. Красная. Для Войда любая дырка хорошая. 26-слотная.
Блин. Синтек, блин, старый извращуга, блин. Любая. Это уже, блин, это, блин, это, блин, кто-то дробью в эту хрень стрелял, блядь, если 26 дыр. Скорострел синтек, блин. Я придумал шутку. Вы не поймете. Ну давай, давай, жги. Ходу сейчас прям. Не, не. А где нахуй будет? Хули он плетется? Тут мне камень кто-то кинул. Заебал, блядь, какой камень нахуй? Я сейчас в стелс уйду. Веселый камень. Ёбаный в рот, блядь, я заебался очищать этот рюкзак, сука. Кстати, ты души собрал? Нету там душ. Там нет душ. Ты где нашел душу в Вальке-то? Мы же спасали, они пиздили. О, смотри. Не, ну, там же трэш пока. Принц Келесет, прикинь, с него там душа забирается, нихуя. Там строение забирается. Там со всех трех, да. Да ну нахуй. С каждого. Нихуя на, себе. Там Генш на игру зашел. Вот мудаки, а. Ну зашел, сейчас попробуем Лану убить. Сейчас как раз всю замену надо активизировать. А кто не был на лане двери из этого рейда? Сейчас узнаем. Не, узнаем-то мы точно. После вайп. Дикон без. Ну вон, важного надо заменить. Так важный хил. Это точно. Ну а Геншин чё? Не хил, блять. Ебать, сто хп. А чё вы так охуенно пулите? Ну дайте время на агро. А я что-то иду на лану. И иду, да? Да, ко мне в спину кто-то телепортируется, вот так ножиком проводит. Я охуел, короче, сто хп остался. Бежал назад. Так-то да, можно влажного поменять. У него все равно приора нет. Блин, по-моему, по дирижабле всего по 80 серебра. Ты там не залейся, блядь, смехом. Притормози, притормози, ёбану. Чисто пожилой консилер. Сухого. Да хватит, блядь, ты что там, дрочишь что ли? Или чё, блядь? Ну, вообще-то да. Блять, пиздец, пацаны. Это пиздец. Прикиньте, там в гильдию девушки какие-нибудь придут, блядь, послушают, что здесь творится, нахуй. Девушки нам... Ты сегодня слышал, ты меня врачу. Девушки, блядь. Девушки у нас в гильдии не задерживаются. Чё, девушки? Хочешь мне сбыть вертолетик? Ну, нахуй, заебал. Поэтому и не задерживаются, блядь. Нормально, мне... Девушки существуют, смешно. Как пелась песня. Эй, бля, кто мне самолет кинул? Можно не поднять, блядь. Знаю, кому его отдать. Ты кови лоишь, ты же вроде девушка, да? Йоу, бля. Не важно. Да, Юлечка. Там написано как Юля. Юля, там она, нахуй. Сука, а Вилане? В смысле, а Вилане это же парень, нет? Это черный властелин, будешь, блядь. Причем твой синтек властелин, нахуй. Вот это ты, конечно, вспомнил. Я не про Вилане. То есть можно купить один вот этот набор по созданию дирижаблей, и они бесконечны? Да. Да, они бесконечны. Прикинь! И кидать в бой-то. Там 5 секунд, какие 30 секунд, блядь. У нас вот есть Фабиан, Ланатель, короче. Лантаэль в гильдии. Вот, это Изабелла. Это вот, не знаю, насколько... Винишка? Маленькая. Это мы любим? Нет, Изабелла, девушка про это. Обидно. Да, обидно, что женщина, да? Тут не нужна обидно, девушка. Что не Винишка. Угу. Видал, нахуй, самое быстрое. Да ее синтек быстро выведет.
диском Лимит, на диком западе. У вас тоже дисконнект? Нет, блядь, все нормально. Так, влажный. Кто там, замена, где плюсуем? Так, вы почилите пока вне пати, а ладно. Все замена плюсуем. Биг Дэм, че с тобой? Нихуя, мужик. Так, а вела тебе чилит. Жопу вжить, вжить. Что такое? Так, вела не на рарника. Рарник сюда, Геншин сюда. Кто еще там? Кто там самый слабый был? Динканите ДПС сурка. Биг Дэм. Я что, обязательно иди? Биг Дэм меняем, да? Настя. Да. Керус, ты тут не был, да? Давай. Волю полутал, чилить иди. Бью 30 сек. Так. Керус по приору меньше всех. Визибла. Вот, вот так вот. Долоран, поставьте им портал. Так. Че, сколько там вам человек надо? Вам наплюсовало много. Топа где, заходи. Ну я тут. Пока не хочу идти. Так. Ну, тогда давай, ну, завтра знаю. Продолжим. Надо ДПС просто на Лану. Надо убить ее. В смысле, что из-за меня только не будете продолжать? Пошли. Я закупился дирижаблей. Дирижабль? А-а-а. Такс, не знаю, есть там 8 метров, нет, нету, нахуй, сдохну, значит. Так, все там, кто вместо топы, кто, точнее, кого, Седжу, да? Да. В смысле? Да, Сафти, он так же дамажит, блядь, чё? Какая разница, блядь? То ли я, то ли он. Пускай он будет, блядь, у нас там разница в ДПС это, блядь. Блядь, да вы заебёте, блядь. Ну, пизду, как ходите, мне вообще похуй. Мне поебать. Вайпаться будем, так будем вайпаться. Так, а кто у нас там? Ингры на связи. Так, Шектор. Звезда. Что тебе дать, Шектор? Тебе сопрот? Мне сопрот. Геншин, давай. Кому трейд? Мне. За сопротом. Войд, Фури. Бля, Равис, я 3 ставил, что кончилось уже, что ли? На тебе, нахуй, в подарок. Дирижабный, блядь. Бумажные, ебаный, нахуй. Хуярьте мне, я сейчас пацанам буду с фласками отдавать, нахуй. О, блядь, Хурюк еще тебе 2 накинулось. 3, 4, блядь. Кидай Хурюку, это фрек ебучий. Ну, сейчас закидайте, если он на следующий КД, блядь, или завтра сделает, что за эту хрень ГП будет. Да получить. Они там каждые полчаса пропадают, типа. Там за полчаса у него столько этих самолетиков будет. Так. Есть кого опыт дракона, пацаны? Там Биг Дэму надо. Для Бигдема никто не найдет одно око. Но у меня есть. Получается. Ой. Вот дай Бигдему. Так, синтак тогда звезде пух. Да ебаный, как блядь, что за хуйня? Геншин, тогда... Да не надо. Так, нет. Геншин в ромбике тогда. Шектор в треугольнике. То есть он так, он извинился, кидаем. Ты их прямо с одной не даешь. А есть фласка у кого-нибудь? Какая? Угадать надо. На сопротивление.
Спасибо. Питон, бридон. Притон, бидон. Да, попутал ники. Притон и бидон. Бидон, Ваня, важно. И дудон. Так, кикнуть пока. Потом на в конце плюс они тебе на замену. Ай, блядь. Так-то стартануть надо. На пулы, на связи. Связи. Приступал. На тьму тоже можете бафнуть. То вдруг паладин сдохнет. Все. Подходите ближе, танки. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Да, забыл, кстати, стоим под жопой. Сам блядь, стоим на РЖ. На первую давать не зыбку? Нет, я сокру дам. Ты на вторую взлетку отдашь не зыбку. Сейчас будет фир, готовимся. Раньше набираем. Падаем. Падаем. В тени заходите, падаем. Нажми масрез. Синтек, сука, масрез. Не зуб. Бич, блядь, алибич. Чё-то жму на масрез, а у меня оживление идет. Вот. Сейчас вот я рисую. Да, пацаны, конечно. Спасибо, солнышко. Кровавый всплеск. За 0,1 тысячную секунду он сдох. Но это не прохил 100%. Пс, тучку оставляй там. Тебе не гимн, не надо ничего читать. Тучку оставляй на эту хуйню.
Крови, спец, кровист. Рядом стоял. Он бежал на курс передать. Чуть-чуть не успел. Запнулся, что ли, об бордюр? Или? Че, говорите, кого кусает? Не сложно. Нахуя вот говорите, кого кусать? Что, не видно, на ком кус есть, на ком нету? Нету, что ли, такой хуйни? Просто, чтобы заранее человек знал. Ну, блядь, это сейчас подбежал, вот я выбрал цель бенстиллера укусить, все, заебись, подбегаю, кусать, он кушан, блядь, рядом, ну, в радиусе хупами, сколько там, метров нету никого. Соответственно, если, блядь, есть варик, говорить, кого кусить, было бы заебись. Ну, вот я про то же. Тут все видно, все заебись, но когда такая хуйня, бах, въеб. Ну, просто те, кто кусает, должны говорить, кого они кусают, чтобы ты знал, что этот человек укушен или нет. То есть укусы просто наносит. Хуя. Ты видел, это просто шесть сразу залетело. Я тоже это видел, охуеть. Можно кино снимать. Все готовы для чуда. Пристал баф. Быстрее, блядь. Ранник поешь, что-то у тебя маны нету. Отчет. 5 4 3 2 1. Попушу Эйя. Буду в метке напуливать. Ладно, лужу. Лужу все видят? С дебосом. Эй, укусил. Пошел в курюка. После теней эфир сразу. Готовьтесь. Убегайте далеко от этих лучших. Уже близко, вы можете уже бежать, наверное. Убегаем уже. Рейндж набираем. Ебать. Захильте их. Ну, укус сейчас умрет. Эйю, захильте, ну пиздец.
посылку, все. Спасибо, близко. Рвист, хукмастер, рвист. Эй, не укусил. Тут, короче, херня такая произошла, я в глыбу прожал, и в контроль меня взяло, и, короче, я не мог вообще ни глыбу отжать. И как бы вот такая фигня произошла. Вот такая вот хуйня. Дайте мазрез. КД уже. Нет. Ни фигня это, блядь. Залет. Залет. Я там почти умирал, я глыбу прожал и превратился в вампира. И отжать глыбу не мог, короче. И время шло. Ты не знал, что так нельзя? Что она не отжимается, да? Что кнопки нельзя отжимать. Ну, я бы умер, если бы не прожал глыбу. Ты бы не умер. У тебя на тебе были крылья. Я на тебя кинул крылья, видел этот момент? Ну, видимо, практически одновременно прожал глыбу и крылья. На первой взлетке там этот. Я сдавал на первых взлетках постоянно. Кто? Гимны. Кто сдавал? Я люблю щиты сдавал. Гимны на первых взлетках. Только на себя дай этот крылья, чтобы ты не сдох под гимном. Ну а на вторую геншин на себя зубы и на хп. Опачки. Сейчас Валька отъебашит всех. Так, а в чем прикол, почему бой повис? Кто-то сагрил, походу, и на мне вот появились тоже. Вести их или что? Придется умирать просто. Ебана в рот, блядь. Забери ее, ебаный в рот. О, вышел. Рыба. Бичи тыкните, ну какие вы уёбки нахуй. Это пизда.
Вадим, там бидон что-то хочет, я хуй знает. Место кулака на файл. Дает что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Я говорю, кого писать. Вадик Конова пошел. Ебаный выход, сука. Я подожду. Скоро эфир будет в соединении. Вадикона кусает. Рави стресс их историю. У меня 2 минуты, когда еще? Да, я резну. Пал нахуй ты, сука. Что-то из-за стрима ебаного, там 10 человек смотрит нахуй. Монейнер не люблю, что ты? Синтек историю рисы. Вот с укусом был? Не, пакт убил. Нет, я без укуса был. Ложный прожимай пока, да? На связи. Отдаешь сейф сейчас, как взлетит. Встану. Давай. На пакте сакру отдам. Сбежите быстрее. Кто бежит за ним? Барарник, ты что? Геру. Я ж укушен был. Барарника убейте. А ёбаный.
А кто тебя укусил? Я не знаю, я не видел. Меня сразу укусили. Бьем, бьем. Че, другого не мог выбрать там или че? Бежал за ним, ну. Бля, хуй за. Резайте его, КБР есть. Злобные резы, рарненько. Может бабл в конце даст? Да, прям в лужу. А не факт. Хуярим, 20 секунд еще есть. Должны добить. Надо было проанонсить. Да, добили. О, багруха. 77-я. Отличные арты. Завтра профи синдра. Не забудь душу высосать, Войд. Соси. Я думаю, надо дать ИП за это. Че, куда на Синдру сходим? Не, все уже 3 минуты. Ну, как минимум, надо, наверное, трэш там зачистить. Пошли трэш зачистим. А то репортал откроем, чтобы завтра не ебаться. Пиздец. Так, че это получается? Синдралич. 10 боссов, да? Угу. Еще проф у нас. 3-4 часа не сидим. А, проф точно. Так, давай пока мы это чистим, все, замена плюсуйте на ИП. Не могу пригласить члена другой группы. Важно же состоит в группе. Таларане. Это все, кто есть на замене? Больше никого не было? Маг еще был какой-то. Гуфнулся, что ли? Замену вроде не. А где я его поменял? На каком боссе? Херус. На леди. Да, он ты пойдешь добивать эту войну в десятки. Принимайте сумму, там заходите, у меня сейчас трэш ебанем. Тури, десятка же офигер. Синдром лича, что? Да. Да-да-да. Ну, пойдемте, если хотите. Я хотим. Могу еще сейчас посидеть. Надо задушить по фасту синдром. Где там, блядь, равист злобный, вы где, ебаный в рот? Или чё там? Мы смонили. Значит, ждите ответа. Нет, короче, похуй, нет. Пошли. Можно было других смотреть. Добагалось что-то, значит. Ой, ты же пойдёшь десятку? Слышь.
15 тысяч. Нахуй. Ибо нехуй. Лежать, если не хотите подохнуть. Лежать. Постал 2, блядь. Привет, вы не подпишите мою петицию? Привет. Подпиши эту петицию, или я приду к тебе домой и убью твою собаку. О, души. А, нет. Ой, ты же пойдешь десятку добивать, да? Киньте ему кто-нибудь дирижа, блять. А то он что-то буянит. Мне вот завтра на работу, завтра понедельник. Ну пойдем второй, за душем по-быстрому. Второй день рабочий. Если не будет идти, то расход. А кто там был у нас? Синтек, Шектор, да? Биг Дэм, Констиллер, Седжи. Рарник, да? Вроде да, я не помню. Какие лаги были, я ебу, блять, я не знаю вообще. Это, наверное, из-за стрима в DC. Сегодня, кстати, побольше лага почему-то. Некуда класть, мне нужна цель. Чё, опять забагалось или чё? Это не. Это последний. А, ну да. Прикольная хуйня, этот дирижабль. Угарно выглядит. Такой маленький дирижабль. Он еще и трехместный, чтобы вы понимали. Не может такого бока удержать. Да все может, это же игра, блядь. У нас тут таурыны могут разбойниками быть. Сейчас даже на актуале они могут разбойниками быть. Это у Рэнкса. Это жестко, жестко. Не знаю, драконов. Вот здесь вот цепочку на ДК делали, то вы тоже с собой какой-то спилили и заебись. Чего? Да, еще не быть ровными. Копыта себе поспиливали и заебись. И не паришься.
Или чулки одеваешь шерстяные. Чтоб не цокали, блядь. Блядь, какой-то фильм интересный, охота посмотреть. Там есть квест, когда вы садитесь в тележку, и вас везет какой-то хлипенький человечек. Прикиньте, блядь. Блядь, я его давно-давно смотрел. Там Николас Кейдж же, нахуй. Ну, естественно. Блять, как-то раз смотрел, не запомнился нихуя фильм. Вон, Черный Адам, посмотри новинку. Ой, блять, ну посмотрел. Пол Маккал, не смотри. Не, я посмотрел, ну поржал с этого, с Джонсона. Ну. Чувак просто, блять, зарабатывает, нахуй, вообще поебать. Джонсон это CJ из GTA. CJ, Карл Джонсон. What the fuck, CJ the train? God damn train. God damn. God damn. Don't move. Don't move any god damn muscle. Это уже из RDR 2. Не щит, а щит. Easy boy. Щит, ну щит, блять. Вот они, англишмены. Англишмены, ебать. Ио, блять. Вы свер, блядь. Нихуя. Это будущее РЛ сейчас. Да ёбаный в рот, блядь, хуй меня только приедет. Что с Геншина? Упал. Хуёво ему, предродовые. А чё, я не там. Взём на сохранение. Ну-ка, с него же душ. Душ, ёбаный в рот, хули вы молчите. Там души, кстати. Смотри, сколько душ, ебануться. Пойду еще там заберу. Давай, вот, пока никто не заметил. Пацаны. А, с этого не сосется, да? Блядь. Сука, это хуево. Не сосется? Попробуй еще. Он костлявый. В принципе, логично. Я понял, блядь. Там нет души. И... Там нечего сосать. Есть только кость обглоданная. Сосу ксинтек. Понял. Тремор будет? У меня сейчас тремор начнется уже нахуй. Фигеть, сидит войд за компом, просто колбасит. На хули вы думаете, в старости все так будут нахуй? Ребенку еще хуже. Ведем сохранять. Хилимся, я уже старый чел. Какой старый, блядь. Все, пацаны, давайте. 42 года и как никак. С этого можно душу сосать. С него сосется. Соси быстрее, пока ПС не засосал. Я высосал уже. О, хорош. Опа. Опустошил. Опустошил его, блядь. Так, вот. Последний капли, блядь. 200 ЕП бонус. За что? Давай даже 125, похуй. За зачистку трэша. Зачистка, нихуя себе. Мы 10 минут так-то вне РТ. А, 10 минут потратили, ну все, можно пойти, пойду в туалет, блять, я уже... Сколько мы с вами здесь сидим? Часа 4, блять. Там уже 3 банки полные. Так, что тут?